Встреча в таком формате, отметили сами железнодорожники и строители, прошла впервые. Но переходить к открытому диалогу они не спешили. В первую очередь представители самых мирных профессий, так назвали себя присутствующие, почтили минутой молчания погибших сегодня утром в Донбассе 30 мирных жителей. Что же касается строительства, инноваций и партнерства, то на сегодняшний день, отмечают специалисты, это ключевые вопросы для всего сообщества. Развитие же транспортной инфраструктуры – приоритет России. Модернизация этой отрасли способна обеспечить ускоренное движение грузов и перевозку пассажиров по всей стране. А строительство новых объектов транспортной инфраструктуры, отметил заместитель министра транспорта России, создаст все условия для роста отечественной экономики и укрепления позиций на мировой арене. Поэтому в стране сегодня реализуются десятки проектов с миллиардным финансированием. Что нужно принять, чтобы такие проекты реализовывались более эффективно, наверное, это привлечение частного инвестора, да, наверное, такой классический вариант, но все-таки пока не очень развитый именно в железнодорожном строительстве. Для этих целей на сегодня разработан законопроект, и он уже в такой высокой стадии согласования. Это внесение изменений в закон об особенностях управление имуществом УАО РЖД. Этот законопроект предусматривает возможность снятия ограничений на инфраструктуру, вновь создаваемую. Свою точку зрения высказал и глава РЖД Владимир Якунин. Собравшихся интересовало его мнение и как главы крупной компании, заинтересованной в реализации крупных проектов, и как ученого. Якунин отметил, что развитие инфраструктуры должно идти с опережением и тянуть за собой развитие экономики. Рост же железнодорожной инфраструктуры как раз и является таким локомотивом. Одним из мегапроектов, на который делается ставка, руководитель российских железных дорог называет трансевроазиатский пояс развития. Сравнивают его с Транссибом, ядерной экономикой и даже космосом. К тому же этот проект позволяет осуществить планы международного сотрудничества. Использование не просто транзитного потенциала как дорожки, по которой можно провести товары, а транзитного потенциала как основы для нового экономического рывка в сторону нового экономического и технологического уклада, в сторону нового общества является абсолютно очевидным проектом будущего. Говорили в рамках открытого диалога и о перспективах, главное из которых – развитие скоростной доставки контейнерных грузов из Китая в Европу и обратно. Это не просто железнодорожные и строительные проекты, отмечают участники международного форума. Это точки роста даже не российской, а международной экономики. В итоге конструктивного и открытого диалога ученые и специалисты сошлись в одном. Для развития отечественной транспортной системы необходимо применение инновационных решений и технологий. Инга Габиша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.